число жертв тропического шторма Эрика, обрушившегося на островное государство Доминика в Карибском море, возросло до 35 человек, сообщает в пятницу агентство Пренса Латина. Ранее сообщалось о 20 погибших. По данным агентства, спасатели обнаружили тело 27 человек в населенном пункте Петит Саванна, где сошел оползень. Местные власти не исключают, что число жертв стихии может возрасти, так как к настоящему моменту несколько человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось, что для проведения спасательной операции полиция и специальные службы намерены достичь отдаленных поселений по морю, так как дороги и мосты в регионе оказались сильно повреждены. В минувший четверг шторм Эрика обрушился на государство Доминика в Карибском море. Около 80% острова осталось без электричества и водоснабжения, а главный аэропорт был закрыт из-за наводнений. Власти стран в регионе, куда движется шторм, закрывают школы, правительственные здания и офисы. Были отменены многие авиарейсы, а береговая охрана США закрыла порты в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Губернатор американского штата Флорида объявил о введении в штате чрезвычайного положения в связи с приближением тропического шторма Эрика. Ожидается, что шторм достигнет побережья Флориды в понедельник, 31 августа. Ранее сообщалось о 20 погибших.